Добрый день, мои народные, ну просто народные артисты, здравствуйте. А сразу до начала эфира я хотел бы с вами обговорить такую вещь. Кто будет рассказывать о народном театре? Он. Давайте тогда так, я лучше расскажу о вашем народном театре. Договорились? Ага. Все, смотрим туда. Съемка, работаем. Добрый вечер! Вновь в эфире программа, которая называется «Истинно народная». И сегодня вам, как мне кажется, неслыханно повезло, потому что вы увидите спектакль под названием «Тот самый Мюнхгаузен» в исполнении замечательного коллектива, великолепной, без сомнения, талантливой труппы актеров любительского театра ДК. ДК, так называется их замечательный любительский театр. А пока артисты готовятся к выступлению, я думаю, что вас ждет необременительная короткая музыкальная пауза. До встречи! Вопросы есть какие-нибудь? Ну что, как брать будем? В смысле? Ну, покрупнее? Нет, брать будем пообще, хотя, будь моя воля, я бы их вообще не брал. Как так можно? Как же это можно? Да можно как? Можно! И такие элементарные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену.